К другим новостям. На совещании главы Чувашии и правительства республики подвели итоги работы детских лагерей в первую смену. Проблем никаких не возникло, разве что с погодой. Все детские оздоровительные учреждения открылись в срок, за исключением родничка в Ядринском районе. Детям с путевками в этот лагерь нашли другие места отдыха. Всего в первую смену поправили свое здоровье свыше 57 тысяч ребят. Министр здравоохранения республики Алла Самойлова особо отметила, ни инфекционных заболеваний, ни отравлений, ни несчастных случаев, к счастью, не было. В чем большая заслуга педагогических коллективов лагерей. Чувашия вновь среди лидеров, на этот раз по реализации проекта «Открытые данные». По сведениям Мининформполитики, сегодня на портале доступно 116 наборов данных. Это информация о самых разных сферах жизни республики. Здравоохранение, образование, экономика, ЖКХ, занятость, экология. Обсудили и уровень заработной платы учителей. По итогам первого квартала этого года все целевые показатели по заработной плате в Чувашской республике, определенные указами президента России, выполняются. Причем суммы даже превысили среднеэкономическую зарплату по Чувашии. Глава республики призвал тщательнее производить расчеты. В конечном итоге, когда зарплату придется привести в соответствии со средней по экономике, учителя получат меньше, а это может вызвать негативную реакцию.